Искусство управления четырехногим транспортом демонстрируют в выходные дни в манеже спортивной школы на Колотилово. Здесь проходит первенство города по конному спорту. Участников более 70 человек. В первые дни состязаний – выездка. В манеже наездники демонстрируют дрессуру. Лошадь должна слушаться беспрекословно и выполнять все команды. Делать правильную стойку, осаживание, сложные движения, пируэты. Выездка – это правильное управление лошадью, в первую очередь. И там оценивается все. И экстерьер лошади, и правильность выполнения тех или иных упражнений, точность. Вот, собственно, судьи это все и оценивают. За какие-то небрежные вещи, за плохое выполнение тех или иных элементов баллы занижаются. Таня – лидер сегодняшнего дня соревнований. Конным спортом девочка занимается 4 года. Со своим партнером по кличке Даня общий язык нашла не сразу, но теперь его точно ни на кого не променяет. Конь идеально подходит для выездки. Озорной, но послушный. Выездка – это танец лошади. Это смотрит, как лошадь подошла человеку и как человек подошел лошади. Это должна быть пара. Выездка должна сочетать в себе гармоничность, должна быть очень динамичной. И там должно быть все по правилам. У нас есть схемы, и в этих схемах мы должны ехать все от буквы до буквы. Для победы просто необходимо, чтобы пара понимала друг друга без слов. В воскресенье в манеже зрители смогут увидеть самую зрелищную часть первенства – конкур, преодоление планок и препятствий. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.